Смотрите, это мои друзья, недруги из приусадебного хозяйства. Номер 9, это значит сентябрь, да? Значит, полив не заменит, и что получается? Чтобы продать вот этот вот шланг, да? Вот. Я просто хочу, понимаете, 300 тысяч, я упреждаю, это моя роль, это мое призвание, это мой крест, потому что ненависть лютая в ответ. Смотрите, они мне говорят, письмо официально получил, Валерий Константинович, вы нас грязью поливаете. Вот я поливаю грязью, они поливают, уничтожают сады, а я их грязью поливаю, слово поливать, да? Благозарядковый полив лучше проводить 20 числах сентября. Что такое 20 числа? Начинают желтеть, даже в Сибири начинают желтеть листья, только начинает, да? Вот, то есть большинство листьев, это редкий случай, когда кто-то сбросит в это время. А еще деревья плодовые, они у нас являются иммигрантами. То есть попадание под первые морозы в зеленом состоянии, это довольно частое явление, а и смертельно опасное. Вот. Как ведут себя деревья? Меня никто никогда не учил, я не прочитал ни одного учебника. Но я смотрю и вижу, что осень льет, лист не сбрасывает, хотя холодно. Вот. Не сбрасывает. Почему? Я понимаю так, что корням излишняя влага смертельно опасна. Потому что выдавливает кислород, потому что, в общем, много чего плохого. И, кстати, вся живность подземная гибнет. Дерево – это их дом. А дом – это значит, что дерево с помощью листьев, вот так, как шалашиком, она все дальше, каждая капля капает с листика на листик и уходит от центра, не гноится штамп. И это же крыша. А там по периметру уже стекает основная часть воды. И вот пока это спасается живность, спасаются корни, вот, спасается штамп, который сгнивает иначе. Штамп – это самое такое беззащитное место, особенно ижевечины. И в это время, пока идут дожди, ни за что лист не сбросят. Вот. А им плевать, они пишут 20 числа сентября, срок до средней, северной еще зоны. Представляете? И северной. Несмотря на то, что лист еще вот. Не сброшен. Да, и они, для чего это? Потому что им нужно, еще раз, ПХ номер 9, им нужно в сентябре продать шланги. Вот кровь из носа. Ради этого 300 тысяч человек надо уничтожить, чтобы они уничтожали. А ведь, ну раз 300 тысяч экземпляров сделали, значит 300 тысяч просчет. А ведь я же это брал в библиотеке. Это уже не 300 тысяч, это уже миллион. Вот. Вот это, помните, я рассказывал, как подземный обрезка, чтобы продать этот самый. Сперва извлечем, потом замажем. Вот. Вот это просто я не мог удержаться. Почему? Вокруг меня тишина стопроцентная. Вот сейчас реакция будет ноль. Просто ноль. Никто никогда. Я же, помните, фильмы создавал, я писал название фильма. Срочно нужно созвать международную конференцию. Или там, или расширенное заседание. Потому что ж творится-то? Ну нельзя же так подло поступать. Только ради того, чтобы они заплатили журналу за вот рекламу вот этих вот, да? Вот. А вот это радиоагроном, вот бы проверить, то это.